Удивительно, что пастель находится в деревянной оболочке в виде карандаша. Хорошо придумано и очень удобно нам, художникам, обращаться с этим материалом. Я приготовил три листа бумаги. Это ватман, бумага для пастели и акварельная бумага. И хочу посмотреть, как эта пастель будет оставлять след на разной текстуре. Да, уже видно, что каждая из этих бумаг дает свой след для этого материала. Просто пальцем давайте посмотрим, насколько хорошо смешивается этот материал. Можно ли на темной пастели нарисовать светлым мелком? Да, смешивание происходит. А если я к теплым оттенкам плавлю холодный цвет, синий. Я все время использую другой палец, потому что если использовать прежний, мы подмешаем старый оттенок к уже существующему. Скажите, какой из этих вариантов вам нравится больше? Я думаю, вывод стоит делать из той задачи, которую поставил перед собой художник. Что он хочет изобразить в тот или иной момент? Возможно, для каждой его задачи потребуется разная текстура, разная подача этого материала и изображение, которое создает художник. Какой же лист мы выберем для сегодняшнего урока? Для нашей работы я выбираю лист ватмана. Эта бумага не имеет текстуры, но тем не менее наши карандаши очень хорошо и равномерно оставляют на ней свой след. Я покажу, как это делается. Перед тем, как мы приступим рисовать забавную морду котенка, я хочу показать вам вообще, а как же это делается. Я нарисовал овал, два уха, нос, два глаза и, конечно, рот, расплывшийся в улыбке. Вот приблизительно так создается эскиз. Будет неправильным рисовать ровный круг, нос рисовать посередине и делать глаза низко. Так кот больше похож на какой-то шарик, и его лицо плохо расплывается в улыбке. Еще я могу вам показать, как сделать взрослого кота. У взрослого кота нос будет больше. Вот так лучше. А у котенка будет нос меньше. У взрослого кота глаза могут быть вот такие, даже разные по размеру. Он немножко устал, целый день работал. А у котенка будут более кругленькие глазки. Как я уже сказал, маленький нос и улыбка у нас у всех одинаковая.
Вот так. Вот такие различия. Еще раз повторю, что нос низко рисовать не следует. Отделять глаза от носа не следует. Видите, сразу меняется выражение, и рисунок становится некрасивым. Самый идеальный вариант – это тот, что мы нарисовали посередине. И примерно такую морду мы сегодня нарисуем. Тонкой линией на листе бумаги я прорисовал будущий рисунок. Линия должна быть совсем тонкой. Ее не будет видно после того, как мы полностью закончим работу над этим изображением. Я выбрал оранжевый карандаш и хочу приступить к работе. Я делаю штриховку в середине, не доводя штрихи до края рисунка. Начал я со светлых тонов, с оранжевого. Карандаш держу полого. Не нужно втыкать его непосредственно в рисунок. А вот так полого, осторожно, он хорошо очень отдает свой материал. Растираем пальцем. Можно чуть-чуть выходить за края нашего рисунка. Вот такой след оставляет наша пастель. Есть впечатление, что мы сделали эту морду каким-то распылителем. Я добавил чуть-чуть центр оранжевого карандаша. А теперь возьму красно-коричневый цвет. И вот здесь, в середине, там, где у нас глаза, буду закладывать другой цвет. Ну-ка, давайте попробуем еще раз отрем. Мне кажется, получается то, что надо. Слушайте, друзья, я уши забыл нарисовать. Ну-ка, вот так. И вот так. Хорошо. Чуть-чуть оранжевым мазну. Можно слегка пальцем выходить за пределы рисунка. Я уже сказал, но еще раз об этом повторяю. Итак, теперь мне нужно более темно-коричневый цвет. Здесь набор такой имеется. Там, где глаза, я сделаю еще более темное пятно. Оно будет чуть меньше, чем предыдущее. Надо было мне глаза прорисовать, ну, например, шариковой ручкой. Тогда бы они не исчезли. Конечно, я как художник смогу восстановить утраченный рисунок. Ну, а вы можете изначально прорисовать их, например, черной шариковой ручкой. Только контуры. Но при этом уши и овал мордочки прорисовывать не нужно. Потому что эта линия нам не нужна.
Эй, где же наши глаза? Нос. Один глаз. Второй глаз. Я возьму резинку и почищу место для глаз. Резинка быстро пачкается. Давайте потрем ее прямо о ладонь, чтобы очистить. Ну вот, здорово. Получается. Еще раз прочистим о ладонь. Уголок счищается как раз для того, чтобы нам было легче освободить это место. И теперь вытрем нос кота тоже. Еще раз почистим резинку. Очень мягкий материал, быстро цепляется на резинку, и нам нужно ее постоянно очищать, чтобы добиться. Вот так. Хорошо. Теперь давайте вот здесь так нарисуем сначала. И не забудь здесь сделать вот такие кружочки. Это будут блики, то есть места, которые мы оставим светлыми. Хорошо? Договорились. А сейчас я возьму другие карандаши. Они более жесткие. Вы хорошо знакомы с этим набором. Здесь мне потребуется коричневый и тот же оранжевый. Посмотрите за моими действиями. Вот такие волосы мне нужно нарисовать этому коту. Обратите внимание за движением карандаша. Здесь я его прижимаю сильно и выстреливаю в сторону. И получается волосинка. Видите? И обязательно она не должна быть палкой. Она должна быть изогнута в разные стороны. Некоторые, может быть, даже сильней завиваются. Везде у него будут волосинки. Чем длиннее волосинки, тем пушистей сам кот. Ну вот, нарисовали мы с вами светлые волосинки, а теперь возьмем более темный коричневый и добавим. Уши. Вот так я делаю на ушах. Чуть-чуть обозначим овал лица, но только не обводкой, а именно волосом. Вот так. Ухо.
слегка обвожу, контур делаю. Но если нам волос будет недостаточно, мы всегда сможем добавить. И главное, конечно, не забыть усы нарисовать коту. Но мы сделаем это чуть-чуть позже. Я попробую сделать голубые глаза нашему коту. Хорошо оставляет след синий карандаш. Хорошо. Теперь возьмем чуть более темный синий. Не забывайте, там у нас есть обозначенный контур, где мы оставляем блик у глаза. Ну и теперь зрачок у кота будет черный, самый темный. Вот сейчас я возьму черный цвет и сделаю зрачок. Такой кот у нас получается. Так, теперь возьмемся за нос. Нос сделаем вот таким красным. Не забывайте блик оставить, чтобы нос блестел. Красным. Теперь смотрите еще, что я сделаю. Возьму светло-коричневый, низ подкрасил я светло-коричневым, и сейчас возьму коричневый, более темный, вот этот. И вот здесь в самом низу вот такой небольшой треугольничек нарисую. Все, нос у нас получился с вами такой объемный. Ну что, а теперь улыбка. Вот какая улыбка. Вам нравится кот? Мне нравится. Я думаю, если вы сделаете кому-то такой подарок, будет просто замечательно. И смотрите, я взял коричневый карандаш и делаю вот такие резкие движения. Раз, два, три. И теперь в эту сторону. Раз, два, три. И наш кот стал усатым. Можно вот здесь сделать такие бровинки ему, но не приклеивать их к глазу, а чуть выше. Вот так. Добавим еще волос. Мне нравится этот веселый парень. Давайте возьмем белый и вот сюда его. Усилим наш блик.
как? Друзья, мы с вами нарисовали веселую морду кота. Давайте в следующий раз нарисуем его полностью, может быть, какого-то маленького котенка, который сидит на полу с хитрой мордой, что-то задумал, чуть-чуть выделить. Все, наш урок закончен. Надеюсь, и у вас все получится. Всего доброго, друзья!